Органами Следственного комитета проводится проверка по факту выпадения 3-летней девочки из окна квартиры на 5-м этаже многоквартирного дома в городе Нефтекамске. По предварительным данным, вечером 23 июня 2021 года девочка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из него вместе с сеткой. В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.